Hey buddy, lightweight. Я не пачкаю пол. Не можно. Да, я пришла, сделаю Ване сюрприз. Привет, привет. Соскучилась, не могу. Спасибо. Соскучилась по Ванюшке своему. Сюрприз. Ты его сам-то пишешь? Сам-то? А? Чё? Чё сам? Ну там пишет один. Подожди, а что, выключила? Нет, я говорю, там заблокировала одного. А, о чем? Ты его сам-то пишешь. Ну, он... Может, это шутка? Там... Нет, он как бы... Левый? Угу. Что за тренажер? Микки Маус. Тренажер Микки Маус. Что за сюрприз? Я Ванюше сделала сюрприз. Сюрприз. Вот сюрприз. Вот, видите? Вот сюрприз. Болючий. Она мне сделала болючий сюрприз. Пиздец, какой болючий. Ну это... Костюнина уважаешь? Кого? Костюнина. Я не слышал этот вопрос. Он уставший, он просто не выспался сегодня. Он спал всего 2 часа. Да, цветет и пахнет. Дельты. Нет, штатив не нашел. Я пришла на помощь. Да, с Гостюниным уже задрали, это точно. Да, один Гостюнин уже. Мне кажется, это Гостюнин уже икает просто. Обыкался там. Я компания удалась. В любом случае. В любом исходе. Не перекачайся, сердце не выдержит, Ваня. Не переживай, у меня их 3. У тебя 9, как у кошки. Когда Величко приедет в Инферно? Что? Величко когда приедет? Воскресенье. Завтра добазаримся. Завтра. Да я напишу, где. Да, он выступает. Будет ночной дожор? Ночной дожор? Ночной дожор. Будет. Ну не знаю, если Ваня. Разреши. Если ты не против. Если ты не против. А Марк, Атомиксы, да, Атомиксы. Крутые кроссовки, правда. Они уже рваные, надо новые купить. В следующий раз поедем в зиме, купить надо. Ваня устал. Надо наготовить на завтра с собой. Грушки. Используешь чернику форта? Кого? Чернику форта. Чернику форта? Да. Не нажимай ничего там. Да. А? Я блокирую с этих там. А, вот там. Что-то это. Лишние пошли. А? Да. 112 человек. А? 112 человек. 109. Комментировать на фото. Покажись, оператор, потом покажись. Настоящие, самые настоящие. Никакие, нельзя есть роллы на сушке. Какой вес? Какой вес? Привет, Красноярск. Че-че? Привет, Красноярск. Привет, Красноярск. На область завтра приедешь? Приедем. Приедем. Ближе к вечеру. Больше 100. Много в зале народу? Да, достаточно. Да нет. Ну, нормально такой. Среднячок. Мало даже. Футболку видели? Да, видели. Да, я болею, но... Но...
Нет, недорогой. Да, любовь сильнее болезни, это точно. В смысле, мы откуда? Мы из Москвы. Спасибо большое, Серега. Нет, он не планирует, его так устраивает. Пересмотри. Нет, это в Москве зал. Инферно фитнес. Какое у тебя зрение? Я забыла. У тебя минус 2? Минус 1 и минус 1.5. Ну, блядь, какая? А? Я когда вылечусь? Когда я буду тренить? Когда выздоровеет. Сколько ты жмешь? Я сколько жму? Я сколько жму? Сколько вот здесь есть, столько и жму. Спасибо. Еще вот сзади сколько есть, тоже жму. По чуть-чуть. Ванька. Ну, пока не беру большие веса. Ваня, кроссовки Atomix опять будешь брать? Я хочу такие же, мне другие не нравятся, только такие. Вообще они самые хорошие. Левая, 87 человек тут. Да? Блин, мне неудобно. Ты брось на телефон. Смотрите. Опять махи ногой. И замолчали все. Если ты так будешь банить, их там всегда будет своих 40. Задняя дельта? Да. Задняя булка. Да? Давно занимается, с самого детства. Кто? С самого рождения. Ты. Кто? Я? Ты. Да. Да, как родился, так и занимаюсь. Всякой херней. Привет, Фафома. Как Фафома? Фафома. 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 Сколько стоит абонемент наш зал? Звоните в отдел продаж infernofitness.ru. Да, на сайте телефон. Наш погас. Я про гостиную больше уже не буду ничего читать, надоели. Да, про гостиную не читаю. Хватит уже его пиарить. Сколько раз подтягиваешься? Все. Много подтягивается. Все, ребят, про Гостюнина больше я не читаю ничего. Надоели с этим Гостюниным уже. Мне кажется, он уже там обыкался весь. Приветик, Женя. Ну какая разница, умею я или нет? Он уже больше не качает. Да я блокирую, кого могу. Всех?
Ты им не даешь шансу второй раз пикнуть? В Питер Ваня поедет, поедет. В Питер поедешь? Поедем? Поедем. Летом. Летом. Майские ночи. Нет, когда белые ночи будут. Белые ночи. Да, мне очень понравилась футболка. Если хочу такую же. С Ваней. А Ваня со мной. Пусть затор передернет, снимай. Я болею немножко. Все еще болею. Ты статику делаешь? Так. Так, народ, 15 лет. Кто письку будет теребонькать, сразу срок, блядь. 15 лет. Так что выньте руки из карманов. Я знаю. Молодец. Да, молодец. Не бухает по пятницам вечером, а занимается. Вован, ты на Артема похож. На какого? Какой Вован? А, Вован там. Знаешь Вован, который приезжал к нам? Свои? Ой, не знаю. Мне кажется, много левых здесь пишет. Да и пусть пишет. Ты не обращай внимания. Я не обращаю. Налево. На трапы качаешь? Нет. Углеводная яма за сколько до старта? Не делаю. Вообще. Когда следующий старт? Не знаю. Когда наберу. Такие ответы много у тебя? Масс. А? Такие ответы у тебя? Когда наберу. Пока не думаю. Пока нет никаких стартов. Я баню только тех, которые левые. Витамин нужно пить? Да, для иммунитета. Потому что я знаю, что левые. Чё? Ничего. Я сейчас начну с ними ругаться. Там свои порядки устанавливают? Да. Будут мне еще тут, будут мне еще тут указывать, что мне делать, а что не делать. Да. Чё там? Ну я так и поняла, что синие пациенты зашли. Я кормлю, кормлю его. Все будет. Сладким грузишься перед стартами или только сложные угли? Быстрыми гружусь. Иногда. Все зависит от формы. Иногда не гружусь вообще. Казеин используешь? Творог. Казеин нет. Блин. Не хватает.
сейчас я разберусь там, тут. Там, ты там народ... вообще да. основательно решила пополнить список. Много народу? 98. И далее. Так, надо еще одно упражнение сделать. Прокладки носишь ортопедические. А? Прокладки носишь ортопедические. Прокладки ортопедические? Да. Где? А куда ты идешь? Да. Ой, честно, не знаю. Я за. А? Я читаю то, что пишут. Нравятся мне качки. Это уж получше, чем дрыщи и с мужики с пивными животами. Беременные. Я уважаю очень качков. Вот-вот. Только если они качаются, эти дрищи. А если они не качаются, то они не классные, к сожалению. Они классные дрищи? Да. Из дрищей, говорит, классные получаются спортсмены. Из дрищей? Да. Все дрищи когда-то будут. Вот именно. А есть дрищи, которые не занимаются. Морька, девочки, там красивая. Чего говоришь? Морька, девочка, там красивая. А что за мальчик накачанный такой? Смотри, какая девочка там красивая. Мне все нравятся те, которые занимаются своей фигурой и своим здоровьем. Лично для меня это уважение. А больше всего мне нравится Ваня. Да, сила воли здесь, конечно, играет практически важную роль. Нет, не зло, он просто очень устал сегодня. Он спал всего 2 часа. Ой, пожалуйста, спроси еще, я не успела. Да он всегда так, как зверь. Скоро не будет курить. Скоро не будешь курить. Вань, долго еще? Последнее упражнение. И домой. Устала? Я поеду. Надо в магазин забежать. Да. Что-то купить там надо было. Че? Не успела. Да. Вообще не понимаю, тут половина чего не пишет. Я плохой оператор. Плохой оператор? Да. Зато Влада просит, Влада просит. Зато самый красивый. Мы сегодня раньше ляжем спать, мы очень устали.
Почему, типа, спрашивают, почему ты сегодня рано так тренишь? То рано, то поздно. Вы же как-то это, определитесь, пожалуйста. Сколько веса у тебя, Вань? Ну, больше 100. Мы пока не раскрываем секрет. Больше 110. Секретов нет, мы сами не знаем. Да? Как, какой хороший аргинин? Да я хер его знаю. Какой? Я и разные пью, все хорошие. Сейчас пью скайтековский. АКГ надо брать. Лабрада, Адвапам, Сановский. Да любой. Нет, притрен он не использует. Кубики есть. Хочу и трясу. Да. Да, Кристин, я танцую. Отлично дела, только немножко заболела. Да не за что, обращайтесь. Чего? Ничего. Что ты там секретно чувствуешь? Да чего ты? Сидят там, шепчут, и я ничего не слышу. Что там происходит? Я потом пересмотрю. Эй, бади. Да мы уже привыкли к таким зрителям, Кристин. Да нормально. Привыкли. Если там 1-2 в день нормально появятся и хорошо, да? Да. Остальные сами отвалятся. Бухари. Бухаресты. Будем с тобой кардио. Ой, это делать. Кардио. Когда? Начинать надо. Кардио. Когда? Когда? Время придет. Что-то она в платье, что ли, пришла заниматься? А? Я не могу понять, в платье, что ли, пришла заниматься? Кто-кто? Она в платье, что ли, пришла заниматься? Я не могу понять, смотри. Пришла кто заниматься? Она пришла в платье заниматься, я не могу понять. Это инструктор по групповым, да? Программам, который собирает очень много народу. Да? В платье. Да это у них своя тема. В чем платье? Это прикид такой спортивный. Я не знала. Там шорты. Шорты, какой-то свитер, рваные колготки, как шлюха, короче. Чё ты там, пытаешься снять её? Нет. А чё ты снимаешь? Не знаю, просто... Просто чё-то... Просто половина. Ты кого-нибудь снимай. Пол снимаешь? Ебали. Чебоков. Больше не буду. Девочек поснимать. Да меня сейчас девочки здесь просто убьют, если я буду снимать. Все, хватит. Класс. Что там? Кто-то отскочил. Вот она. Убийца. Убийца. А? Пойдем. Пошли. Будешь лечить?
А? Пойдем лечить больше. Кормиться. Они пишут, что там половина своих в черном списке. Да? Да. Ты, наверное, видимо, шутки неправильно восприняла, может быть, какие-то. Вот, дельта раздулась. Сегодня 1 апреля, вот, сука, вас поздравила там, мех. Сколько ты там забанила, десятков? Я там забанила те, которые не знаю, и которые писали гадости. А. Че, я буду банить просто так, что ли, все? Откуда они знают, что я забанила? А, всем видно, что ты банишь кого? Я знаю. Че это? Блин, я еще пока не знаю, завтра с ним договоримся, с Аркаш. Где пуля? Здорово, перекачанный. Здорово, недокачанный. Много своих забанило. Ну, я вообще как бы это... Она просто девочка амбициозная. Вот, немножко это, видать... Неправда, своих она не банила. Да ладно. Своих это кого? Пусть они скажут, кто это, кого именно. Да ладно. Да. Я хочу сникерс сожрать. Тём, дай сникерс, пожалуйста. Издалека уже показывали, уже издалека хватит. Да? Издалека. Издалека. Течет река Волга. Кого я там заблокировала? Из своих? Ну, читай, не знаю кого. Напишет, если что. Вот именно. Больше вас не буду оператором. Все, Ваня. Почему? Раз я плохая такая. Видишь, они еще пишут. Чего? Я таких и блокирую. А, вот этот? Синенький, блядь. Там, кто там про сушку говорил, а? Про сушку кто говорил? Сушительный сникерс. Качаюсь, да всю жизнь я качаюсь, ребят. Всю жизнь. Ну какая разница, да 15 или 20 лет? Вот что-то это даст разницу? 15 или 20, какая разница? Явно не за 2 недели к лету, блядь. Я, ну, на самом деле, я качаюсь неделю, вторую неделю, ну, вот, у меня есть, сейчас вторая неделя, у меня есть ровно 3 недели, ну, в смысле, неделя уже прошла, осталось 2 до Ксюшиного дня рождения, я решил подкачаться, вот и все, больше у меня никаких целей-то и нет, в принципе, вот, я на самом деле не бодибилдер, просто решил подкачаться к дню рождения своей девочки, вот и все. И колю, и не колю. Ну, сколько нам пишут, пусть пишут. Здорово, молодой. Ладно, я больше не буду никого блокировать.
обещаю. Не, ну таких, которые там жестко, знаешь, такие, блядь, оскорбляют, их надо. Здорово, дрищ. Я спорт пить не ем, я сникерсы ем, е-мое. На сушке. Ксюш, не банься, бань смело. Ты тотик. Вот таких альбом. Вот и баня. Ты мне вот смотри. Он же сам себя спалил. Че его банить? Он уже по жизни обиженный, блядь. Просто обиженный по жизни, блядь. Сидит в эту хуйню. Пусть люди узнают, сколько у нас обиженных, блядь. Ему же надо самореализоваться-то, блядь, написать говно какое-нибудь. Вот пусть пишет, а мы посмотрим, сколько тут обиженных. Ксюша очень красивая. Ну, выгляни чуть-чуть. Выгляни чуть-чуть. Кусочек выгляни. Так, блядь, раз. Кусочек, да. Выгляни, порадуй. Вот. Ну, видишь, красотка. Вау-вау-вау. Ну, видишь, сколько тебе комплиментов. Ксюш, Ксюш, Ксюша. Юбочка из плюша. Девочка. Нет, она, я не выйду. Да, она мисс мира. Вот и села, тут чат просто взорвался. Как Аталия. Ну что там, а? Что? Ты над чем смеешься? Я вообще над всем смеюсь. Да. Что колешь, блядь? Что колю? Что под руку попадется, то и колю. Могу глаз выколоть. Камон. Почему ноги не качаю? Да потому что я пляжник в шортах, поэтому я не качаю ноги. Ноги это для слабаков, бодибилдеров, а мы пляжники, мы ноги не качаем в натуре. Это для слабаков, бодибилдеров, которые с одного удара падают, а мы пляжники, мы ноги не качаем, мы резкие, короче, в натуре. Тебе занесло. Да я в курсе, чувак, можешь не повторять. Да не надо. Блядь, ускочил. Ну, блядь. Хватит. Вы в Праге? В Праге? В Праге, в Чехии, да. Да, в Праге. В Чехии, в Праге. Мы... Да, Иван крутой чувак. Как шраги качать? Шраги это упражнение такое. Да, да, да. Моя любимая. Фитнес у вас? Да. Как шраги качать, блядь? Чувак, сначала определись, значит, что такое шраги, а потом задавай вопрос. В ТЦ Прага, да. Шраги на трицепсы. Берешь, короче, шраги и качаешь вверх-вниз. Только вверх-вниз в сторону нельзя отводить. Шраги только вверх-вниз. Запомни. Ни в коем случае ни боковые отведения, ни в сторону, ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Только вверх-вниз. Взял шраги и пошел вверх-вниз, вверх-вниз. И дыхание на максимальном усилии выдох. И пошел и вверх, раз, выдох. Вниз, и вверх, выдох, раз, и вниз, и шраги так, раз, вверх. Сейчас
пол амплитуды нельзя. На пол шишки не работает шраги. Шраги в полную амплитуду. Только в полную. Вот. На пол шишки шраги не работают. Сколько ты жмешь? Сколько запросы же не давали? Все жму, ё-моё. Веселый. Надо переименоваться. Веселый перископ, да? Да. Да, я знаю. О, моя любимая песня. Да. Надо в машину ее. Нет, это не жена. Блять. Да, это жена. Да они сами там фантазируют, кто. Че, зачем отвечать, если они сами знают все. Будет скоро жена. Это гантелька. Это гантелька. Блять. Шею не качаю. Это песня. Да? Да. Ну что, мы едем домой жарить грудки. Привет, кого не было. Мы уже закругляемся. Гантелька, пуля и гильза. Пожари ее, лох. Без тебя разберусь. Как они переживают за наши личные, вот, наши интимные отношения, да? Больше всех, по-моему, переживают, чем мы сами. Больше, чем мы сами, да, переживают. Вот и они там прям вообще прям не могут просто, ж, понимаешь, спокойно жить. Надо же это самое, как-то это. Конечно, накачано. Еще как. Валерий, привет. Кому пишет, я не помню. Качок. Я не качок, я торчок. Торчу в зале. Целыми днями. Да, на курсе. На рибоксине. Курс рибоксина сейчас прохожу. Володя, выздоравливай. Здоровья тебе, Володя. Это инструктор или просто... Сколько рука СМЭ? Не знаю. Да на здоровье. Все, кто болеет, выздоравливают. Куда всирать протеин, блядь? В десны? Куда еще? Милдронат, да. Хорошего ведь. Да, пора идти уже. Все. Пойдем. Народ. Короче, мы это. Нам надо, короче, обниматься и целоваться. И все. И давайте, короче, мы. До вечера. Все, покеда. Спасибо всем, кто были. Сам ты мудак, блядь.